Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в прекраснейшем месте. И я хотел бы сейчас рассказать вам о ценах, которые на сегодняшний день уже обменялись. И, по крайней мере, вот хотя бы сейчас то, что осталось и что я могу вам донести. Ремонт комфорт-класса с подключ стоит 20 тысяч рублей. То есть изменился он всего лишь на 1000. Дальше. Цена материала выросла за 2 недели несколько раз. Поэтому сейчас, на данный момент, я почему акцентирую, что это на данный момент, потому что я получаю письма и звонки сейчас. Раз в 3-4 дня у меня происходит обновление информации. Поэтому, в общем, сейчас черновой материал, который мы используем, будет стоить 16 тысяч рублей квадратный метр. Подъем материала уже тоже нужно повышать, и будет он 1500 рублей за квадратный метр. Черновой ремонт вместе с материалом у нас обойдется 28500. Друзья, я понимаю, как это звучит. Я понимаю, что вы хотите мне сказать. Я все это прекрасно понимаю. Но я с этим ничего не могу поделать. Я, видите, даже выбрал такое прекрасное место для того, чтобы информация, которую я сейчас вам говорю, она даже усваивалась немножечко полегче. Поэтому вы уж меня простите, но как про гонца там что-то говорили, в общем, не виноват гонец. Пойду, у меня дикое желание залезть на камень, поэтому я полезу на камень. Оп, оп. Вот так вот. Шикарно? Какая прелесть. Чистейшая вода. Ну, друзья, конечно, тут очень красиво. Слава богу, сегодня вышло солнышко еще. В общем, что хотел бы еще рассказать. То качество и та ценовая политика, которая у нас в компании «Реалстрой», она, поверьте, благополучная. А теперь есть еще информация очень интересная. Вот это уже скорее положительный момент. Так как мы занимаемся еще строительством, некоторые из наших заказчиков, скажем так, прокручивают деньги, получают прибыль и часть ремонта возвращает себе на прибыль, на приход. Как это выглядит? В течение где-то 8 месяцев-полтора года мы строим коттеджи. В среднем где-то около года, давайте из расчета год, потому что есть, строится он, допустим, немножко быстрее, чем продается. Так вот, вы, во-первых, можете участвовать в покупке земли, если вы там, допустим, не знаете, или не то, что не знаете, а просто опасаетесь, например, что будет со строительством или с материалом, или с тем куском дома, который вы там приобретаете, то с землей все просто. Есть земля, есть квадратный метр земли, допустим, 4 сотки стоит 5 миллионов. После того, как мы строим на ней дом, эта земля становится около 7 миллионов. Приятно? Да, приятно. Но надо иметь, например, хотя бы 5 миллионов. Это для начала. Вот. А так как у некоторых моих заказчиков, знакомых, их нет, то мы отрабатывали там, допустим, небольшие суммы. Вот есть 1,5 миллиона, например. Давайте я скажу, просто буду называть имя. Вот. Есть у нас, допустим, один из наших заказчиков, Валера, который решил поучаствовать в таком, один из многих. В процессе прошло 8 месяцев, 23, по-моему, апреля, если не ошибаюсь, заканчивается срок. И чтобы не ждать срока выплаты, получается, из 1,5 миллиона мы сделали 1 950 000. Уже есть. Так вот, было предложение выдать 450 тысяч на руки и
полтора миллиона опять прокрутить для того, чтобы получить опять прибыль. На что наш заказчик сказал, Серый, говорит, мне все нравится, все отлично, говорит, давай теперь прокручивать почти 2 миллиона, так, говорит, интересней. Вот, я с ним полностью согласен, и в этих проектах, конечно же, мы участвуем. То есть у вас есть возможность либо участвовать в покупке земли, либо участвовать в строительстве, и после продажи, получается, вы можете от 30 до 60% получить. Но мы привязываемся однозначно к продаже самого коттеджа. Кто-то скажет, мы продадим, мы не продадим, это будет долго. Вдумайтесь теперь, 100 квадратных метров мы продаем за 13 миллионов. Где вы такие суммы знаете? Я не знаю. Это, мне кажется, таких цен уже нет. За 12 миллионов вы купите сейчас Сочи парки, например, или ЖК «Кислород» на Бытхе, 30 квадратных метров. 30 квадратных метров, либо у вас 4 сотки земли и 100 квадратных метров домик в стиле шале хай-тек. Вот. Примерно вы посмотрите и скажете, что вы купите за 12 миллионов, 13, да ничего. Это сейчас на данном этапе это слишком, слишком уникальные вещи. Так что, друзья, думаю, информации было предостаточно. Выбор за вами. Вы можете не только тратить с нами деньги, но и зарабатывать. Я думаю, это очень хорошая мотивация. И, ну не знаю, будьте с нами. Будем зарабатывать деньги вместе. Как сказал, не помню, у индусов, в общем, какой-то писатель. У них есть книжка называется «Нектар преданности», по-моему. Так вот, там написана очень хорошая фраза. Будьте вы счастливы сами и дарите счастье другим. Вот. Так что я с вами... нельзя говорить, я с вами прощаюсь. Я говорю вам до свидания, всего доброго, пока-пока.